В середине января в Черноморске стартовал конкурс на лучшую кормушку. В течение 2 недель руководители кружков Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи принимали кормушки, которые школьники делали своими руками. Главная цель это в том, чтобы дети принимали участие и заботились о птицах, знали правила изготовления кормушки, знали о том, что птицам необходимо в определенный период помогать, подкармливать. Всего в конкурсе приняли участие около 20 ребят. После подведения итогов конкурса все кормушки будут развешаны на территории города. Жюри оценит и выберет лучшую, но все кормушки будут развешаны в районе поликлиники. Так что можно, все жители города могут пойти к поликлинике и посмотреть, также оценить, какая для них кормушка является лучшей. Подведение итогов конкурса на лучшую кормушку состоится в первые дни февраля. Зима – самое трудное время года для пернатых, и, к сожалению, без поддержки людей многие птицы могут не дожить до весны. Поэтому черноморцам стоит проявить заботу о братьях наших младших и по возможности подсыпать корм пернатым.